La femme représente la forêt. Oui. Chic, chirik. Сама представляет лес. Чик, чирик. И найдешь то, что у тебя под самым носом, ты и валялась. Как у меня тут? Ой-ой-ой! Ах, милостивые сударя, простите, я была так занята своими мыслями, что даже и не заметила вас. Шамфарян, мадам. Шамфарян. Хичкосеек. Ничего страшного. Указ вам
свои заботы. О, да. Вот мы тоже ищем то, что нам ох, хотелось бы найти. А может, я вам сумею помочь? Лайно? Почему нет? Моя йог! Ля моя! Ё-моё! Видите ли, сударыня, мы ищем такого человека, такого чудо-лекаря, который вылечил бы дочь нашего хозяина. У нее от какой-то хворобы язык отнялся. Сколько ученых лекарей ее пользовали, а толку-то чуть. Но! Ведь можешь же сыскаться такой человек, такой чудо-лекарь, который возьмется и сделает то, что другим не удавалось. Вылечит дочь нашего хозяина. Вот. За таким-то лекарем мы охотимся. Сама судьба наставляет, как отомстить моему прыщуньке. Но можно сказать, вы уже нашли то, что искали. У нас здесь есть такой лекарь. Во всем свете никто лучше него не лечит неизлечимых больных. Как его зовут? И скорее. Зовут его Сгонарыч. Сгонарыч. Да. А найти вы его сможете вон там, в том лесочке. Человек он шалый, блаженной какой-то, дурашливый. Да с виду вы ни за что не догадаетесь, кто он есть на самом деле. Да. Он и одевается как-то, ну, не по-людски. Любит прикидываться невеждой. Таит свою ученость. И больше всего на свете боится, как бы не прознали, что Господь Бог наградил его таким удивительным лекарским даром. Что тут скажешь? Все ученые люди немножечко спридурили, да? Вот у них, наверное, когда у зараза пойдет, они и начинают кудеть. А уж у этого придури хоть отбавляй. Мне расскажется, что он прямо-таки мечтает, чтобы его поколотили. Да. А то никак не заставишь его признаться, что он такой искусный лекарь. Вот я вам заранее говорю. Коли найдет на него блажь, вы толку не добьетесь. Начнет отпираться, кричать, да сроду я лекарем не бывал. Но тут берите в руки дубинки и бейте его, бейте, пока не признается. Да. А то не заставишь его признаться, какой он искусный лекарь. Вот чудак так чудак. Сударыня, как вы сказали, его зовут? Сгонаре. Да. Точно говорю, этот. Во. Ай! Маленькая ты моя плутовочка. Сударь, вы счастливы, могли. Да. Нас послали к вам за тем, что мы ищем. Да. И мы покорнейше просим вас помочь нам. Сударь, прошу вас, признайтесь, кто вы. Не заставляйте нас прибегнуть к крайним мерам. К чему? К мерам весьма для нас прискорбным, сударь. А-та-та. Да прибегайте к чему угодно. А вы вот и прибежали к вам. А я не лекарь, и сроду им не бывал. Ну, сударь, ну скажите, что вы лекарь. И делу конец! Это точно. Это начинает меня злить. Рука.
Кажется, придется все-таки прибегнуть к тому самому средству. Да, правильно, мальчик. Сударь! Сударь! Последний раз прошу вас, признайтесь, кто? Раз и навсегда заявляю вам, господа, я не лекарь. Йок, жок, ноу, най, нет, я не лекарь. Рука. Рука. А? Ничего не поделаешь. Кажется, придется брать палки. И муа тоже. Вот крестик, видите, вот сюда, знаете? Так, лучше поднять пальчик. Ну, встаньте красиво уже, а ну. Что же, что? Сейчас пока. Происходит. Вот так, вот. Ну, вы же в Москве, ну, встаньте. Вот, можете шакаться? Давай. Нет!
В чем, собственно, дело? Что с вами? Где вы чувствуете боль? Соберись, доченька. Хан! Хин! Хон! Хан! Итак, что вы там толкуете? Дядя не понял. Черта не понимаю. Что это за тарабарщина, а? Сударь, знаете ли, в этом и состоит ее недуг. Знаете, нам из-за этого даже пришлось отменить свадьбу. Да, да.
желудок. Вы понимаете, наш жених, он ждет полнейшего ее выздоровления, только после этого он готов повести ее под венец. Какой же это дурень, а? Отказывается от немой жены. Дал бы Господь моей заболеть этой болезнью, я бы ни за что не стал бы ее лечить. Даже не просите. Сударь, мы вас очень просим. Насчет этого будьте спокойны. Наше рассуждение. Вы знаете латынь? Нет, сударь. Как вы не знаете латынь? Нет, сударь. Эскева компоне пану натай? Не, Юля. Латынца на хабару шок пар. Ой, жоп. Димайсит латынца принимайсит. Ой, бай, бай, бай. Фабрициас. Арци. Сурам. Каталамус. Сингуларифер. Номинативо эк муза. Бонус. Бона. Бону. Бона. Деус. Кантус. Эстиме оратива латинас. Эпиа. Я все ясно. Да. Кварде. Зачем? Сквия субстантива конкордут ин генери. Нумерум. Эт казус. Ну почему? Ну почему? Я не выучил этот язык еще в детстве. Вот ученый, так ученый. А разъясним-то как все. Ну ни черта непонятно. Да как уже говорить и все. Прошу пожелать вам всего наилучшего. Thank you.
ти наліво, или ти то, то ти наліво, ти на міша, ша, ша, ви наліє, ти на міша, ша, ша, ви наліє, ове, ове. Говори, аптекарь из меня! Хоть куда? Атака! Ее бать!
батюшка совсем меня не видел, то в этом платье и в этом парике он меня ни за что не узнает. Да куда ему? Куда ему? Мне бы еще выучить 5-6 медицинских слов, чтобы приукрасить свой словарный запас. И тогда я сойду за ученого мужа. А зачем вам это понадобилось? Хватит с вас ученой одежи. А медицинских слов я знаю не больше вашего. Что? Да черт меня возьми. Если я хоть сколько-нибудь смыслю в медицине, вы порядочный юноша, и я доверюсь вам, как вы доверились мне. Так вы... Ни сном, ни духом. Что? Ой, беда! Беда! Они насильно произвели меня в лекарни! Ой, беда! С чего им взбрело на ум, понятия не имею. Но когда я увидел, что они плыть да быть, хотят из меня сделать лекаря, я сказал, ладно, а вашу совесть? Я подрочила! И странное дело, а? Все словно с ума посходили, твердят в один голос, будто я лекарь. Ко мне сбегаются со всех сторон. Лекарь. И никаких разговоров. Нет. Если так дальше пойдет, я думаю, не бросать мне медицины. Потому что худо ли, хорошо ли работаешь, все равно тебе денежки платят. Платят? За плохую работу никто по шее не дает. Не дает? Вот будет какая-нибудь промашка. Не мы виноваты, а тот, кто помер. Да? Вот что интересно в нашем деле. Покойники, люди тихие, скромные. Никогда не побегут жаловаться на лекарей, которые их уморили. Да, в этом плане покойники народ надежный. Молодежный. Вон, верно, опять ко мне за советом идут. А вы даже дайтесь меня в прихожей. Так ведь я аптекарь. Давайте я буду, не знаю, почерк ваш разбирать, а? Прихожей. Ну, пожалуйста. Я сказал, в прихожей. Прошу! Ай, Томас!
Коля. Богдан! Ой, шарман! Коля! Шарман! Какой шарман? Шарман, да! Мое решение без ворот! Да почему вы шутили в четверть? Никакие доводы меня не убедят. Практическая власть обладает бессилия. Да что ты говоришь? Я уже запрошу вас, чем выйду замуж против воли. На потяну сидеть. Я хочу преподавать того масса! Какое слово извержение! Сударь! Нет, увы, это невозможно. Нет. Я разве что я могу вас сделать глухим. Вот, это пожалуйста. Спасибо вам большое, very much. Я вас из Геромата, как и Мерси Богу. Сильно, Сергей! А, и юб тебя трепети. Ты завтра же обвенчаешься с Арасом! Уж лучше я обвенчаюсь со смертью. Подождите, сударь! У меня есть лекарство. И от этой болезни. Неужели вы можете выликовать эту мозговую хворобу? Вы не выликуете, выликуете? А ну-ка заткнись, чтоб ты бы харкнула перекандубасило. Я лечу решительно все болезни. А для этого мне поможет мой аптекарь. Ну-ка, аптекарь, подойдите сюда. Вы видите, что страсть, которую она питает к Леандру, не угодна ее отцу. Хасан Салихов. Да, а посему надо немедленно начать борьбу с болезнью. Нет, либо это запустить, плохо кончится. Я считаю, что ей надо дать небольшую дозу очистительного побега, смешанную с двумя драхмами брачных пилюль. Что ты делаешь? Они подгорятся, она заупрямится, заордается. Не будет принимать ваше лекарство, но вы... Мастер своего дела, вы как-нибудь уж заставите ее проводить эту смесь. А для начала вам надо прогуляться по саду, идите. На предмет подготовки организма. Сударь, Сударь, Гаден, to the garden. А ну-ка, крыш. Которому мы прибегаем в крайних случаях. Я бы сказал, в исключительных случаях. Я никогда о нем не слышал, сударь. Знаете, сударь, надо же влюбиться в этого самого Леандра. Жаркая кровь мутит молодые головы. О, сударь, знаете что? Я услышу, что этот Леандр, он всячески пытается проникнуть в мой дом. Какой негодяй! Когда я узнал об этом, сударь, я сделал все. Я сделал все, чтобы помешать ему проникнуть в мой дом. Правильно поступили! Кто знает, сударь! Ты молодежь. Выкинут еще какую-нибудь штуку. Без сомнения. Да, я сделал все. Я предпринял все, что в моих силах. Знаете ли, сударь? Как говорится по-узбекски, «Чорано хом санату». Вам ума не занимайся, да? Да! Ой, беда, да-да-да-да! Сударь, беда, выключилась! Что случилось? Ваша дочка, дёру дала! С Леандром, сударь! А Леандром оказался тот самый аптекарь! Все. Ваш любимый, господин лекарь! Убить! Ох ты! Ты предатель! Да. Как ты мог? Сюда нужно срочно позвать полицию. Да. Ну-ка, держи его. Да. Я за полицию. Скорей, сударь. Подождите, сударь. Вы, господин лекарь, стойте здесь. Да провалиться мне на этом месте, сударь. Если вас не вздернут тут
скором времени его повесят. Что? Повесят моего мужа? Маргина. Ох ты мой, да что же он такое натворил-то, а? Так ведь он сделал так, что дочка сударя дёру дала. Беда! Ой-ой-ой-ой-ой! Ах, милый мой муженек! Мартина, жёнушка! Это правда, что тебя хотел повесить? Сама видишь, но... Ой, беда! Ой, и ты дашь отправить себя на тот свет? На глазах у целой кучи людей? А что ты прикажешь мне сделать? Так сильно горевал. Иди отсюда. Иди! Ты мне сердце надрываешь! Нет! Я дождусь, пока тебя повесят! Что? Я буду ободрять тебя в последнюю минуту! Сейчас сюда прибудет уртов-полковник Кабулов и запрячет тебя в такое место, где я буду за тебя спокоен. Подождите, сударь, а нельзя ли вместо всего этого, ну, скажем, выпарить меня, а? Ой, не надоело? Такой хитрый. Ну, давайте подумаем, надо же, подумаем. Давайте подумаем. Ну, давайте подумаем. Давайте. Ладно, давайте думать. Нет, ну если надо, то... Нет! Нет! Вашу судьбу будет решать правосудие! Снова Леандр. Да, Леандр. Yes, Леандр. Oui, Леандр. И он возвращает вам вашу дочь. Сперва мы хотели бежать, втайне обвенчаться. Но я решил поступить иначе. Я не собираюсь красть вашу дочь. Я хочу, чтобы вы сами мне ее отдали! Боже, какое благородство! Замолчи, а, благородство! И, кстати, так, для вашего сведения, я получил одно маленькое письмецо, извещающее меня о смерти моего любимого дядюшки! А ведь я... Единственный наследник всего его состояния. Так значит, мы теперь богаты? Ну как, да. Так значит, будет свадьба? Свадьба. О, мон шер ами, Леандр, ваше благородство, ваша красота, да, не имеет никаких границ. И я с превеликим удовольствием отдаю вам, жены, свою дочь! Come on!
этого не ест. Сударь, конец! Конец столь прекрасен, что пора. Пора бы позабыть о прошлом. Обиды! Прощаю тебя, побои! Музыка! Ron Dijon.